Волшебная новогодняя елочка о чудесах знает все. Именно под ней загадываются желания и находят малыши свои подарки. Зимняя сказка для особенных детей «А давайте позвоним Снегурочке» в театре Натальи Бондаревой оказалась лишь одним из сюрпризов. Чтобы ее посмотреть, Ростика привезла мама. Добраться на старом кресле коляски было непросто. Она все время ломалась, все время в починках была. И вот ждали. И вот оно случилось. Чудо случилось. С представления Ростик поедет на новом современном кресле-коляске. Для Вари на 18-летие подарили специализированную кровать. А у Насти теперь есть особенный аппарат для измерения давления. «Ангелы-люди» называют благотворители Наталья Бондарева. Уверена, на такие поступки способен каждый из нас. Каким-то совершенно чудесным образом мне раздался звонок, позвонила моя знакомая, говорит: «Я знаю, что ты занимаешься такими детишками, может быть, чем-то их поддержать, помочь?» Я говорю: пожалуйста, я очень прошу, им очень нужна коляска. Актеры театра подарили зрителям незабываемые эмоции, много смеха и новогоднее настроение. А добрые люди помогли семьям особенных детей приобрести жизненно необходимые вещи. Когда ты вот даришь подарки тем людям, которые вот так ждут этого и нуждаются, Господи, мне кажется, знаете, это даже еще большая радость, когда ты делаешь что-то для себя. Поэтому я нижайше благодарю этих людей, которые откликнулись, которые, я знаю, что это несколько семей, откликнулись, собрали деньги и сделали такое, я считаю, что великое дело. И только вместе, командой, можно совершить большие поступки. Например, как в сказке «Спасти Новый год», «Разоблачить зло и обман», научиться верить в себя и не бояться мечтать. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».